Так, дорогие друзья, давайте мы с вами сегодня, как всегда, утром разомнемся. Идем такое что-нибудь миленькое, но простенькое. К примеру, если мы вот сейчас скажем image editor. Так. И сюда пригласим вот такого вот милого котика. Вот, я вам предлагаю его для разминочки сегодня сделать. Такой милый. Так, что нам нужно будет? Давайте мы сделаем следующее. Мы пойдем сюда. Скажем Subdivision Surface 2. Потом пойдем Edit Mode. И сделаем следующее. Вот посмотрим так. Вот так у него голова, допустим, да, она такая немножко квадратная. Поэтому мы сейчас тоже это сделаем. Смотрим спереди. То есть не, давайте попробуем сразу вот сюда поставить Ctrl-R-чик. Вот. После этого можно спокойно вот эти вещи сближать. S. И немножечко даже приплюснуть. S по Z. Нет, этот же по Z будет. Он где-то вот такое у него выраженица. А далее еще, если мы скажем теперь, что мы с этим согласны, ну о чем мы согласны были, да? Так, перейдем в редактор, скажем play. И может быть еще немножечко ее приплюсим со стороны Y. Чуть-чуть вот так. Чтобы она не была уж совсем круглой. Хорошо. Так, следующий у нас был бы что? Я предлагаю сбоку посмотреть и взять Shift A и Single Object точку. Перетащить ее сюда, уже по Y-ку. Так, лифт не нужен убрать, камеру убрать. Давайте сразу скинем ее. Скин. Это странно, конечно. Это иногда вот так бывает. Что проще взять куб. Так, это мы сделали, да? Теперь возьмем кубик. Куб. Пойти сюда. В
точки и сказать M коллапс. Вот. И вот теперь все сработает. Скин сработает. И сработает E. По Y-ку. И увеличится она, конечно. Ctrl-A. Ну, так сильно не надо, конечно. Угу. И сюда пойдет Е по зато. Вот так. И здесь Е. По Y-ку уменьшаем. И тянем хвост. Так, тоже по Y и увеличу. И еще немножко потянем. Так, здесь смотрим на прозрачность. Где у нас тут прозрачность? Вот она. Берем вот это. И Ctrl-A тоже увеличиваем. И здесь Ctrl-A увеличиваем. Ну, вот так порядок будет, наверное. Далее мы идем с вами уже в другой модификатор под названием Subdivision. Подставляем голову. Так, голову мы сейчас перенесем. Эту голову мы перенесем сюда. Так, и мы видим, что она у нас длинничая получилась, а котенок маленький. Поэтому сейчас будем монтировать по новой. Этот давайте подвинем G по Y. Вот так этого будет достаточно. И хвост маленько. G по Y тоже. Так вот. Так он будет соответствовать. Даже может быть чуть-чуть покороче еще его сделать. Ну, уже маленький. Теперь смотрим, как он выглядит. Выглядит он совершенно верно. Единственное, хвостяра слишком длинный, но с другой стороны, почему бы и нет? G по Y опять же. Хорошо сделаны базовый мышь, это уже полдела. Так, если subdivision сделать 2,
все у нас получается. Да, по отношению к телу голова, да, нормально. Так, ну и теперь мы можем пойти. Это и это их. Единственное, что я бы еще такое, что есть мод. Прозрачность сделал, вот она. Вот этот еще уменьшился маленечко. Ctrl-A. Вот так. Остальное пускай будет таким образом. Вот теперь мне надо их соединить просто-напросто. Это будет Ctrl-U. Этот, опля, что это такое еще? Это что такое? Произошло тут. Это объект join. Не, ребят, ну это, конечно, красиво, да? Но не очень. Поэтому мы сейчас сделаем следующее. Это вмешались в наши эплейны. Вот оно. Все произойдет как надо. Объект. Join. Все. Пошли в скульптинг. Вот мы в скульптинге, да? В скульптинге мы просто-напросто сейчас скажем. Так, скульптинг. Хорошо. Далее нам нужен будет вот этот смус. И мы сейчас скажем Shift R и уменьшим где-то вот, ну, вот так, показывает практика 30, да, 300. 300 сделали, и теперь пойдем в Remesh. Remesh произошел, он соединился, берем. Закрашиваем все, как бы закрашиваем. Так. Кстати, зря я вчера ругался, что нет направляющей. Оказывается, я посмотрел, направляющая кисти есть. Сегодня мы и воспользуемся. Ну, чудесно. Видите, как хорошо. Раз, раз, и у нас уже половина котика есть. Ага. Есть у нас половина котика. Так, что дальше? Он у нас должен вот сюда немножко подниматься. Посему шкребалку возьмем. Назад. X включим. И давайте вот так посмотрим. Вот он отсюда. Вот так. Давайте. Котик. Если ты красивый котик, скажи мяу. Если ты красивый котик, скажи мяу. Если ты красивый котик, если ты счастливый котик, если ты красивый котик, скажи мяу, мяу, мяу. Так. Так. Далее нам надо бублики. Бубл.
Называется этот бугл. Пойдем вот сюда. Ой-ой-ой. Ну-ка, у нас там такой бублик. Тут маленькие такие вот, видите, такие выступы. Сейчас мы этот... А мы можем же вот взять вот этот. Он тоже такие бублики делает. Но я так чувствую, что не хватает полигонов, что ли, может быть. Просто большой слишком. Вот так. Пойдет? Пойдет. Хорошо. Пока я не трогаю это. А делать будем так. Сейчас возьмем маску. Маска. В браше. Я вчера видел. Так, фейсет, непонятно, какая-то из них, из этих, она предназначена для того, чтобы, ну пока ладно, потом найду, так, F, давайте рисовать. Очень большие глаза будем рисовать. Очень большие. Такие. Ну и соответственно инфлейт надо применить. Тем, что мы пойдем. Вот это mesh фильтр. Инфлейт. Но сначала надо сказать Ctrl-E. Вот. А теперь применить инфлейт в обратную сторону. Слишком мы тут мало оставили, да? Ну, может быть, нет. Не пойдет, ребята. Видите, что происходит? И он все переносится, он забирает. Поэтому поменьше надо сделать. Да-да-да. Можем, конечно, воспользоваться так, может попробовать. Так, более точно можно сделать. Так все правильно. Хорошо, оставим, пожалуй, так. Пока что. Можно еще побольше сделать. Вот в этом месте, допустим, поболее. Так, это раз, раз, раз. Если что, можно всегда пограбить. Я имею в виду вот этот.
будет хорошо. Нас глазят. Так, что теперь нам надо? Ух ты, вот тут вот не очень красиво получилось. Поправим сейчас. Без проблем. Угу. Все. Теперь пойдемте вот сюда, опять в объект мод. Скажем, сохранить. Напишем котик. Котик. Сохранили как котика. Так. И теперь возьмем объект. Интересный, называется капсула. Капсула, капсула, капсула. Это делается из круглого этого кубика, но здесь говорится, что у нас будет один, это раз. Второе, нам нужна капсула, это два. Третьих у нее должно быть побольше, наверное, 16, это три. Угу. Ну, давайте уменьшим, будет 4. Высоту. Ну и вытаскиваем, смотрим спереди, вытаскиваем, где. Так, почти нормально. Единственное, что Вот эта часть, она должна быть чуть поменьше. Вот так я делаю. Отлично. Угу. Ну, может, поменьше еще. Еще поменьше маленько сделаем. Вот так, я думаю, будет хорошо. Убираем прозрачность, смотрим, как бы вот это должно достигать до шеи. Вот это значит надо чуть вытянуть. Так, сделать. Ну, толстенькая такая вообще-то. Немножко хоть и маленькая, но толстенькая. Поэтому мы ее сейчас увеличим, в то же время уменьшим. Так, ну что ж, пошли. Хотя почему я это делал? Кто-то мне может объяснить? Ведь можно было все это сделать с помощью. Так, давайте мы сейчас ее приплюсим, вот эту. Так. А эту часть начнем сюда загонять. Знаете, что я не сделал? Это извините, конечно. Вернемся. Почему она не гнется? Это же понятно, почему она не гнется. Мы не сделали следующее. Ctrl-R-чиков не наставили. Вот здесь побольше, вот так. Вот теперь она будет гнуться. Сколько? Вот.
Выглаживаем. Похоже, но не совсем. Видите, здесь такой клинышек получается, и нам тоже нужен такой клинышек. Так. Где тут у нас сжималка? Вот это. Так вот. Вот теперь похоже на то, что нам нужно. А далее мы пойдем тоже сюда. Объект мод. И скажем, что нам нужно. Жалко, я не вижу тут, как сделано, но придумаем что-нибудь. Мы скажем, что вот эта часть нам нужна дважды. Это означает не что иное, как удаление всех трансформаций и, соответственно, mirror. Вот так. Далее мы, конечно, можем сказать, мы согласны. Плеем. Что у нас со временем? Ух ты, 27 минут. Продолжим в следующем видео.